уважаемые листинцы и гости нашей столицы! Сегодня празднует замечательный праздник! Праздник весны и труда! О, ты вырастешь, посмотришь и расплачешься! Если не сложно, улыбнитесь! Здравствуйте, разойдитесь, улыбнитесь! А вы родственники? Это моя мать. Обнимитесь, пожалуйста. Ленинские слова есть, что без связи. Это мои слова? Не-не-не, Ленин прежде. Это я сказал? Нет, прежде тебя Ленин сказал. А кто такой Ленин? Всем с праздником, россияне! Ура! Как будто не праздник. Вас заставили сюда прийти. Россия! Белоруссия! Казахстан! Сам себе машу. Привет. Если не сложно, помашите на камеру, ребята. Это для Путина! Это для Путина! Пожалуйста. Зарплату? На сколько прибавить зарплату? До 30 хотя бы. Что за праздник? 1 мая. 1 мая, что такое? Это день солидарности. Вы не подсказываете. А когда был впервые отпразднован 1 мая? 1 мая. Праздник. Друг, скажи с праздником. С праздником. И тебя. И тебя. Я люблю Россию. И Калмыкию. Максим Васькин, великолепный видеооператор. Жители Элисты, помашите на камеру. Кто элистинец? Я отправлю. Да, это видео для Путина, пожалуйста. Владимиру Владимировичу помашите. Ой-ой-ой. Да, Путин увидит. Это шутка. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой в хорошем настроении. С праздником! Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Что для меня 1 мая? Да. Праздник труда и мира. Был в Москве, знаю, установлен в 1889 году. Первый праздник отмечался в Париже. Серьезно? Да. Разрешите видеосъемка. Привет, друг. Привет. С праздником. Ура, ура, ура. Дети машут лучше взрослых. Давайте исправим. Я уже устал. Привет. С праздником тебя, маленький друг. Разрешите пройти балаболу, дорогу балаболу. Это хорошее слово. Балабол. Оратор. Ага. Ну, нигилист. Знаешь. Эстет. Вот так вот. Как тебя зовут? Саша. Что за сегодня праздник? Ты знаешь, какое сегодня число? 1 мая. Праздник 1 мая. Что бы ты хотела получить на этот праздник? Не знаю. Это кто с тобой идет? Гага. Гага? Ты можешь сказать, я бы хотела получить сникерс. И я почти уверен, что Гага тебе этот сникерс подарит. Пиццу думаешь? Вот это тебе повезло, у тебя такая хорошая Гага. Видишь, не за что, я тебе пиццу намутил.
Майя молодец. Женя лучше всех. Женя самая молодец. Ура! Ура! А что у вас написано на транспаранте? У меня очень плохое зрение. Человек труда – основа государства. Человек труда – основа государства? Да. А что это значит? В двух словах. А если я безработный, я являюсь основой государства? Конечно, вы человек. Я абсолютный человек. В первую очередь мы. То есть сначала вы, а потом я. Можно к вам устроиться на работу? Я тоже хочу быть в первую очередь. Я не хочу быть на втором месте. Возьмите меня на работу. Министерство культуры? Да. И что там делать? Простите, возьмите на работу или нет? Министерство культуры. Это Васькин Максим, представитель Министерства добра. 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 Возьмите меня на работу. Министерство культуры. Министерство добра. 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 Конечно, возьмут. Умеете петь, танцевать? Петь, танцевать? Меня уволят в первый же день. Ну, так извините. Ну, Министерство культуры, что за дела? Ура! А вы знаете, как молодежь сейчас кричит «Ура!»? Ура, ура! Да. Ай, молодцы. Все молодцы, ребят. Ай, молодцы, все молодцы, ребята.